глубоко символично, что мы выступали перед детской школой искусств. Как-то уютно на площади, она вроде бы не настолько она историческая, вроде и не перед храмом, а все равно ощущение, что ты в городе с огромной историей есть вот здесь. А то, что мы вот квартировали тут в детской школе искусств, меня это как-то тронуло очень. Я считаю, что это наша святая обязанность. Я сейчас увидел зал, он небольшой, но он важный, потому что он принадлежит детям. И это не коммерческая площадка, и, может быть, мы тоже сможем как-то какие-то наши, привычные нам уже характеристики работы с детьми перенести сюда в хоть какой-то степени. Может быть, это не так близко, как хотелось бы Петербург-Тверь, но я бы по этому поводу посвятил бы там, может быть, часик-другой раздумьям. Тут помощники мои со мной, так что я думаю, мы тоже сможем что-то сделать. Вот. А вообще отложенный Московский пасхальный фестиваль и весь его сценарий был целиком связан с 75-летием Великой Победы. Сейчас я продолжаю делать все возможное, чтобы выступать в городах-героях, в городах воинской славы. Кстати, Тверь относится к таким городам.